перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Блин. Покупайте кепки. Я не захворів. У мене зовсім трошки алергія, як виявилося на весну. Що ти не приймаєш на запрос? А у мене не свідні висвічується? А ти прикинь, де звуку-то нету, Олег? Ти мікрофон закрив? Нет. Мене не слышно, да? Ой, Олег. Я не захворів. Вот, он появился, да? Да? А у нас, ребята... Видимо, потому что мы в горах, очень плохая связь. Тебя не слышно. Сейчас я включу, подожди. Здрасте. Расскажите мне, как ваши дела? У нас все, слава богу. Коли концерт в Україні? 25 травня. Для тих, хто ще не бачив, 25 травня в Києві. В магазі. В замечательном городі Київ. 25 мая концерт у нас. Прямой ефір приостановлен, братан. Да, ну связь плохая, видимо. А є магаз в Лесбурге смерчу? Я не понимаю, тормозит оно или не тормозит. Но, ну, а мне тут продолжает писать. Пишет нормально, слышно. Да, у тебя, смотри, у тебя нет... А, тут есть чуть-чуть. Видимо, это, может, у тебя, да? Нет, мне перестали тоже... А вот рядом свой этот самый? Ага, так, нечего, это профиль даже. Мы готовы к вам. Мы пошли? Мы готовы? Мы готовы. Можем идти? А, мы идем? Да. Что, ты меня услышала? Мы готовы? Да? Готовы? Прошу прощения, молодые люди, я вынужден вас покинуть. Сейчас у нас есть работа, но спешу повторить, 25 мая концерт в Киеве. Всех жду, будет прекрасно, будет, сука, Оля, большой привет. Концерт, и мы разнесем нахуй все. Не смог, заматерился все-таки, простите. И 18 мая Ростов. Обязательно ждем всех в Ростове тоже. Привезем вам настроение, пиздец. Все, ребята, мы обязаны бежать. Всем счастливо, рад был вас услышать. Держитесь, всем добра, любви и позитива. Этого конченого рэпа. Ты раньше делал лучше. Раньше ты делал лучше. Сейчас это вообще не уровень. Расскажи ко мне. А? Все началось. Это микрофон? Да. Это премия твоя, блядь. Это твой хлеб. Как ты докатился до такой жизни? Катаешься со всякими рэперами, блядь, нетрушными. Бать я грязный. Это по жизни. Главное же стиль и образ. Где твой образ? Покажи мне всего себя, открой свою харизму. Че, мажик? Люди должны поверить в то, что ты действительно крутой рэпер. Люди должны поверить в тебя. Веди себя серьезно, ты же крутой. Будь крутым, иначе не будет к тебе ходить на концерты.
Вы разрушаете свой образ, ребята, вы не понимаете. От вас все отвернутся. Серьезно? То есть вот так ты, да, общаешься? Деконструирование образа. Угу. Я тебя услышал. Все вы фейковые. Вы просто фейк. Вы фейк. Ничего у вас нет трушного. Это постмодерн. Тоже мне рок-н-ролльщики. Играются здесь в песочке. Вы должны были трахать сучек прямо сейчас, а вы в песочке играете. А, умело ты воспользовался рекламой. Может, ты еще крикнешь типа Old Spice? А? Red Bull. Red Bull. Огромное количество Red Bull. Вот Red такая Bull хуйня. Ничего, ничего, я с тебя потом выбью бабок. Да, ну хорошо. Опа-ча, кто тут у нас есть? В принципе, общее понимание, что мы делаем. Вечером. Типеста? Смотри, вот он. Опа-ча. Братан, всю жизнь мечтал там, брат, тебя увидеть. Этот, я хочу демку выслать, брат. Ой, ничего себе, привет, брат. Давай прям сейчас. О, Ричи, привет, все свои. Привет. Все на связи. Как делишки? Да нормально. Мы как в Ростов там приехали, брат. Где, где? В Ростов приехали. В Ростове выступаете? Да, 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 вот сейчас, через час. Ты в Москве? Не, братан, пока во Владике, вот скоро обратно. Все, все, отправляю. Ну, я тебя жду. Ты а как, чё, это? А после... Ну, нормально, пойдет. У тебя сейчас много концертов запланировано? Ну, достаточно, да. Ты тебя не поймаешь, да, значит? Нет, чё, я буду в Москве завтра. Ты будешь скоро? Of course. Есть. Мы а чё, демка есть? Да? А? Есть. Бля, тормозит пиздец, ты в дороге, да? Да, да, мы вот по городу. Я говорю, демка есть, говоришь? Да, братан, всю жизнь мечтал, короче, познакомиться с Мияги, он существует. Я уже понял, что Трувер это миф, его нет. Я разочаровался, мне сказали, что это выдумка. Я думаю, бля, Мияги существует или его нет? Я вас познакомлю 100%. Автограф пришлю его. Нифига, нас почти 5 гостей смотрит, представьте. Неужели мы такие популярные, братан? Смотри, мы вышли, видишь, и вот что происходит там. Я бы вышел, нифига, перерыто. Это вы выступать там будете? Вот, прям здесь. Да прикинь, лазит вот кто-нибудь, короче, там. Парь какой-нибудь, да, такой, вот. Я проверил, все нормально. У тебя в целом все окей что-то вообще? Там да, все хорошо, брат, спасибо. Все отлично. Ну, я рад, наконец-то. Нужно обязательно, короче, нормально. Крайний раз повторить. Наверное. Всем привет. Что-что? Прикинь, передо мной Карл, вот два вообще абсолютно разных типа, короче. Мы можем одно лицо сложить, понял? Подожди. Что-то связь, да, лагает? Да-да-да, вот так. Подожди, Йоу. Тияги, понял? Тишпиль. Яги. Яги. Такие дела. А мы вот, короче, туда-сюда катаемся. Блин, я тоже хочу на концерт. Может, когда можно будет на твой концерт попасть? В Москве, брат, если в ноябре аж. Связь, да? Да, в ноябре? Купит, да? Что-то подвисает. Да, подмарашивает. Мне кажется, что я говорю, а ты у себя слышишь.
Я, короче, хуёво слышу в натуре. Я не то, что через какое-то время слышу, я тут... прям отрывками слышу. Ну, жди, сейчас, подожди. Ну, хорошо, брат, тогда не буду этот отвлекать, задевать. Как чё, на связи? Давай, еще покажу вам одного типа. Передавай обязательно. Знакомого. А ну-ка, а ну-ка. Сейчас. Опа, опачки. Салам алейкум. А где Вахич? Все. Окей, всем тут. Есть где-то Вахич рядом? Блин, нету, брат. А, хотя нет, он здесь. Сейчас покажу. Он в бардачке, братан. Бля, я и буш. А, это американец. Вахич, огромный. Все, брат. Все, не буду отвлекать. Обнял. Давай, обнимай. Обнял, целую. Давай. Ну, взаимно, брат. Давай, брат. Где мой пик? Прямая трансляция у нас вот такая вот. Рад с ребятами хоть тут созвониться. Видите, как он относится к людям? Говорит, пойдем потравим. Я говорю, блядь, фейковый. По-доброму потравим, типа. Ты, ладно, да, вот такой вот ты, чечек. Мы тут не пройдем, я бы пошел к людям, знаешь, что. Там, причем, смотри, нет забора, они сюда не идут, видишь? Да нет, почему, я думаю... Ну чё, ребя? Опася, опася, стопэ, нет. Я чуть не пропустил Юрика. А, блин, он почему-то пропал, прикинь. Я не могу его добавить. Обидно. Что же это, что же это? Короче, ребята, мы обязательно выйдем, оставайтесь на связи. Вот, не ведитесь вот на таких вот человеков. Эти человеки вам хорошего не принесут в жизни. Добра вам, любви, короче, ребята, всех обнял, отошел. Мы обязательно выйдем еще на связь. Хала-хала-хала-хала-хала-хала. Сегодня Ростов, короче, если не будет взрываться... будет взрываться, точно.